Всем привет, это Свен Тавид, и мы продолжаем проходить Alien Isolation. Нам нужно следовать за своими друзьями. Так, что это у нас? Это не та сторона. Так, нам сюда. Так. Точнее, вот сюда. На всякий случай, вдруг люди услышали, которые, между прочим, тут есть. Ничего, все будет хорошо. Да. Я точно знаю. Может, он нашел, где еще поживиться, или даже способ отсюда выбраться. Или сегодня мы наконец закроемся в жилой зоне и будем спокойно ждать. Что ж так паршиво-то? Твою мать, вот он уже приехал. А эти гады здесь. Сотрудники компании «Севастополь Транзит» благодарят вас за то, что пользуетесь нашими услугами. Блин, их четверо. Вагон следует до жилой башни «Соломон». Зачем я вообще на это подписался? Блин. Ладно, поехали с ними к Синклеру, раз велел. Сейчас лучше держаться вместе. Я в это уже не верю. Эту так, тварь эти двое ничто ушли. Не остановит. Ничего, попадет мне на мушку, так, я ее сделаю. И это ты предложил, не я. Так. Парни очень быстро удалились. Так, валим отсюда, пока парни не передумали. Фух. Обошлись малой кровью. Странное, что они, правда, так это интенсивно свалили. Ну да ладно, нам легче. Окей. Откуда откроется? Стоили с этой стороны. С этой. Добраться до бюро, это хорошо. Да я понял, что выход. В галерее Соломон, штабу службы безопасности и жилой зоне. Так, сохранялочка, сохранялочка. Пофиг, сохранялочка. Сохранились. Нам куда? Типли, мы в штабе службы безопасности. Поднимитесь по лестнице и поверните направо. Меня не встретят? Сами найдете. Отбой. Так, я в ту сторону пошел или? Или я немножко не туда? Карте нельзя было отметить, в какую сторону мне. Пилить. Так, ладно, давайте. Не нравятся мне эти звуки. Давайте взглянем еще раз на карту. Может, с той стороны? Наглухо закрыто. Так, эти звуки мне не нравятся. Так, нам тут только в одну сторону можно идти. Так что... Как говорится, вариантов нет, только вперед.
нравятся мне эти звуки, не нравятся. На транзитной линии запрещено находиться в состоянии алкогольного опьянения. Да что ты говоришь? Так, тут дверь бы открыли, так энергии не хватает. Что у нас? Это, фу, я думал, камера какая-то или еще какая-то хрень. А это всего лишь вентиляция. Хлам нам не нужен. Что это? Не нужно, не нужно. Так. Окей, сюда. Иметь. Так, я вижу людей. Так, но не будем спешить идти к ним. Так, посмотрим, что у нас высветилось. Так, а помните, говорили, что тут где-то. В общем, что-то спрятано. Давайте посмотрим. Если что, недалеко, всегда успеем вернуться. Что у нас здесь? Да вроде... опасности никакой не наблюдаю. Сенсор. Что можно собрать? Так, забрали. Тихонечко, аккуратненько, не спеша. Давайте продвигаться теперь. Что-то еще внизу, но красное освещение мне не очень нравится. Кровь на полу. Надписи. Ну, там что-то. Так, и пошли отсюда. Нафиг, мне здесь не нравится. Как это не нравится? Давайте уходить. Хотя туда, куда нас направляет, мне не больше. Ну, то есть там тоже мне особо не нравится. Так, давайте, знаешь что? Давайте сходим вниз туда. Хоть там мне не нравятся звуки. Давайте сходим, сохранимся еще раз. Я не хочу снова, если вдруг убьют или еще что-то случится, обходить тут все заново, собирать ништячки заново. Лучше сохраниться после этой процедуры. И потом, чтобы об этом голова не болела. Что что-то не собрал, что-то, что в прошлый раз собрал, а в этот раз не получилось. Лучше сразу. Все равно места нету. То не откроется. Но
туда. В том направлении. Надеюсь, там наши ждут. Ну, по крайней мере, это барышни или это из враждебных. Непонятно. Так, спокойно, спокойно, теперь все будет хорошо. Уэйд знает, что делать. Знает он? Да ладно, пока его дела не привели ни к чему хорошему. Может, здесь мы будем в безопасности? Хорошо еще, что я не одна. Зашибись. Там куча народу. И что мне делать? И они мне перекрывают ход. Ой, не знаю. Возможно, это глупо. Возможно. Но оружия я у этих ребят не вижу. Может, они не враждебны, что ли? А то я тут уже тут затеял, не знаю, войнушку по стрелушку, а они, кажется, своими. В общем, надо, если что, загружусь. И, как говорится, все заново. Ну ладно, давайте попробуем. Ребята, спокойно. Это ты? Что? Ты включила транзит? Здорово! Похоже, нормально. Я тут тихорился. Так, ребятки. А вы не против? Я тут шастаю. Но я уже привык, что тут просто все утырки утырками. Чуть вас не прибило, ребятки. Так, зря я тут их подозревал. Как Тейлор? Стабильно. Скоро уже на ногах будет. С ней там Сэмэйс. Ясно. Ну, вы восстановили работу транзитной линии, так что мы квиты. Где Рикардо? Выполняет мое поручение. Я занят. Тут в камере Марлоу. Потолкуйте пока с ним. Этот прохиндей притащил сюда ваш самописец. Где корабль Марлоу? Где Анасидора? На парковочной орбите. Этот мерзавец не дает нам коды, чтобы провести корабль сюда на автопилоте. Может, хоть вам удастся его вразуметь? Поговорить с ним? Обязательно. Это у тебя, парень, случайно не чертеж? Похожий на чертеж. Но ты его мне не отдашь, пока ты над ним так стоишь. Так, давайте сохранимся. Вот это я столько тут тихорился, искал какие-то выходы, зря тратил время серии, чтобы в итоге выяснится, что ребятки мирные и зла мне не желают. Зашибись. Дверь заперта, там наверняка куча интересного. Крайне там вроде как терминал есть с инфой. И здесь дверь заперта. Так, что это на полу валяется? Батарейка для фонаря. Аж две штуки, но у нас... нас хватает. Так, это нам не нужно. Огнемет. Огнемет. Но дверь заперта. Откройте дверь. Мне нужен огнемет. Хотя знаю, что от него... толку не так уж много, как хотелось бы. Так, какой-то хмырь. Где наш хмырь сидит? А, как раз тут и сидит. Окей. Значит, можно еще тут пошиваться, посмотреть. И тут, конечно же, точно же дверь заверта. Это оно нам не нужен. Пока что. Что здесь? Костюмчики, терминал. Обеденный стол. А, вот и наши
Ну, что самое обидное, вот в той серии, когда мы их только встретили. Эти... В общем, я принес аптечку. И как-то толку особо от этого я не заметил, что... от этой аптечки. Даже как остались на ней бинты грязные, так и остались. Ничего не изменилось. То есть, по сути, мы просто так рисковали своей жизнью. Толку от этой аптечки как бы никакого. Обидно. Слушай. Через такое дерьмо пройти и выяснить, что все зазря. Ну ладно, хватит ныть. Давайте попробуем поговорить. Марлоу? А ты кто? Я Рипли из Вейланд-Ютани. А, явилась за своим пустым ящиком. Да вы, ребята, упорные. Я здесь по личному делу. 15 лет назад на Нострому летела моя мать. Что, правда? Черт. Надо же. Да. Мы не нашли корабль, Рипли. Только самописец. Я чую, ты что-то недоговариваешь. Что еще вы там видели? Мне надо отсюда выбраться. Как насчет сделки? Выкладывай. Я хочу знать все. Ну-ну. Проверка связи. Как слышно, Льюис? Я вас слышу. Офигеть. Мы играем за одного из... Я бы хотела добраться до этой штуки живой. Экипажа этого самолета. У меня кое-какая с собой. Хочешь, покажу? Извини, Хайст. Я микроскоп не захватила. Так, хватит придуриваться. А ну все собрались. У нас важная задача. Ну, по-моему, мы играем за этого парня, который сидит в клетке. Только не говорите мы, что мы на Тойс. Это та самая планета. Та самая. Ага, есть. Постер, Микс, смотрите в оба. Есть? Твою мать, это та самая планета. Где когда-то экипаж Нострома подхватил эту тварь. О, розовый. Наверное, барышня. Та самая, которая микроскоп упомянула. Что, мы только втроем? У нас вроде было больше. Четвертый остался у двери. Не знаю. По этому прибору я вообще ничего сказать-то не могу. Офигеть. Мы идем по той самой планете. И похоже на... Может подождать, пока утихнет? Я ждать не буду. Если отказываться, то это ребята будут ее закрыть. Пошли. Видеть ничего не надо. Главное, координаты есть. А надбавка за вредность будет? На такой планете долго не протянешь. Так что если это сигнал бедствия, живых там уже нет. И все, что найдем, наше. Твою мать, еще одни придурки, которые купились на этот сигнал и, не разобравшись, что это за сигнал, поперли. Ну вот, собственно, мы и наблюдаем, как все это случилось, как они подхватили эту заразу и притащили, ё-моё, на Севастополь эту тварь. Похоже, внутри вот этой барышни в розовом. Пойду поищу слабое место. А вы ждите здесь. Ну, оттуда мы пришли. Тут тоже завал. Так, вот четвертый. С
самому не залезть. Аист, подойди, подсади меня. Так, а вот зачем этот парень появился, чтобы подсадить нас? Ну давай. Давай, подсаживай нас, подсаживай. Вроде нашел проход, пойду проверю. А если ты не вернешься? Значит, еще подождите. Давай, Митя, что за камни валятся? Ну вы только представьте, мы на той самой планете, идем по следам экипажа Настром. Ну, похоже, мы отрезаны. Каким-то чудом. Путь назад отрезан. Буду искать обход. Осторожней там, ладно? Постараюсь. Твою мать, а. Вот чего не ожидал, того не ожидал, что посещу эту планету. Скупая слеза фаната течет по моим щеке. Здорово. Просто здорово. Марло, мы тебя видим. Погодите, я вроде что-то нашел. Что ты нашел? Я вот, например, еще ничего не нашел. Так, сюда нам не забраться. Значит, нам сюда спускаться. Нашел трещину в скале. Сейчас сорву, отойдите. У тебя тоже взрывчатка есть? Давай, отходи, что ж так медленно. Окей, рвануло знатно. Так, ну где эти акробаты? Больше так не шути. Ну ладно, пошли. За мной. Потопали, ребятки. Демократы. Офигительная выйдет серия, просто офигительная. Аист, подойди, подсади меня. Я просто в восторге. Обалдеть. Ну иду я иду. Давай. Будешь сегодня нас подсаживать весь поход. Что у нас здесь? Дорожка вроде бы. А вот и он. Вот и он. Это он, мать ваша. Извиняюсь за... Это офигеть. Это он. Правда, вот этой штуки сбоку я не помню. Твою медь. Круто. Правда, почему не дали зайти в него самостоятельно? Зачем вот это была загрузка? Ну да ладно. Мы опять сзади этой барышни. Даже фигура не полюбоваться в этом скафандре. Все красоты скрыты. Ладно, мы отвлеклись. Шо ж ты так медленно топаешь? Так. Заходим через тот же вход, через который зашли 15 лет члены экипажа Настрому. Идем вслед, вслед. И, похоже, вляпаемся так же, там же.
входим в него. Офигеть. Вот чего не ожидал, того не ожидал. Офигеть. А что, собственно, ты хочешь здесь найти? Большой гуш. Офигеть. Только вроде всех вот этих проводов не было, и вот это вот. Она немножко по-другому в корабле выглядела. Хотя... Это придирки. Внизу вроде все так же выглядит. Как надо. Или я уже просто не помню, там были вот такие шланги. Там впереди проход. Ну. Ай, полегче на поворотах. Не повредите тут ничего. Офигеть. Сколько времени это тут лежит? А там что? Рубка? Если предположить, что это корабль. Вот он наш большой куш. Тихо вы. Что, разбудить боишься? Ты извини, приятель. Хватит придуриваться. Время дорого. Осмотритесь. Офигеть. Это что-то живое. Это было что-то живое. А теперь это ящик, наша собственность. Ящик по что-то. Праву. Надо заявить права на эту находку, пока нас не перебили. А Нисидора не увезет такую здоровенную хреновину. Значит, возьмем, что сможем, потом вернемся. Поищите, что еще тут есть. Маршрут, конечно, был намного что-то дольше сюда. Какие-то следы. Следы? Тут что-то тащили. Но это не все. Откуда эти ящики? Не обрадуешься. Что это? Следы ведут сюда. То же название, что на бортовом самописце. Кострому. Они здесь были. Может, они бросили корабль и сели сюда? Да уж я понял. Черт. Если тут уже кто-то был, почему находка не зарегистрирована? Если они живы, мы ни хрена не получим. Сейчас выясним. Я найду и отключу маячок, чтобы сюда больше никто не явился. Фостер, Хайст, вы спуститесь ниже, гляньте, что там. Офигеть. Мы возле Жакея. Маршрут, конечно, был в оригинале подольше. Я ничего подобного не видел. Это не земное. И ящиков столько сюда мы, в общем, с Настрома вроде не таскали. Но вот это узнаваемо этим, при помощи этого туда вниз спускали. А нам, похоже, туда. Ладно, спускаемся. Офигеть, мы внутри того самого корабля, конечно. Он немножко изменен и немножко по-другому выглядит. Ну давай, подсаживай. Это уже для тебя привычное дело. Сегодня. Дизайн, конечно, корабля не в точь, как в оригинале, но все же. Все же здесь просто офигенно находиться. Просто офигенно. Но как он разберется, как отключать этот сигнал? Вот что я не пойму. Это инопланетный, блин, корабль. Микс, я нашел маячок. Сейчас посмотрю. Ты уверен, что это маячок? Твою мать. Вы только посмотрите на эту хрень. Офигеть. Ладно, давайте вырубим. Так. Не знаю, в чем дело, но маячок отключился. Марло, ты должен это увидеть. С ума сойти. Да, иду. Офигеть, вы только посмотрите на эту всю хрень. Ну, по крайней мере, ясно... Почему во второй части фильма никто не обнаруживал никакие маячки, то есть сигналы никого не было. Они туда поселились просто, потому что планета была подходящая для терраформирования. Ну и плюс история Рипли и Настрому. А сигнала уже не было только потому, что
Вот эти ребята его вырубили. Бумс. Не ожидал, честное слово. Я специально не смотрел ничего и не читал. Ну, то есть я смотрел только то и те моменты, которые я прошел уже сам, чтобы сам себе не спойлерить. Поэтому я не знал, что мы окажемся здесь. Просто офигительно. Давай, залезай. Ну, мы, конечно, в курсе, что они там обнаружили. Но сделаем вид, что не в курсе. А местечко-то зачетное. Давай, встегивайся. Окей. Так, вот. Где? Где мы? Вот так вот. Спускаемся. Ну, давай. Что, подсаживать уже больше не будешь? Офигеть, а. Мы спускаемся туда. К яйцам. Лучше бы они этого не делали. Офигеть. Только посмотри. Охренеть. Я с тобой согласен. А вот эта дурочка. Ну не низко, согласен. Здесь возле яиц. Ну и этот зал немножко выглядит не так, как он выглядел в фильме. Не знаю, что им помешало точно скопировать. Но, по-моему, вот эта вот штука была до самого конца. То есть были аккуратные такие ряды. Яйца были более плотные. А тут сделали такую прям ваночку. Ребятки, лучше вы оттуда убрались. Ну и куда ты идешь, дура? Ой, никакого чувства самосохранения, а? Инстинкт. Ну вот так все и произошло. Расскажи мне все, где твой корабль? Дай мне коды управления. Если мы снимем блокировку внешних коммуникаций, мы его сюда пригоним. Хочешь, чтобы я говорил? Вытащи меня отсюда. Не надейся, Марлоу. Да что ты. Ну, если что, я здесь. Уэйтс, у меня в технобашне все датчики вспыхнули. Тварь здесь. Приступаем к плану Б. Я хочу вам помочь. Идите сюда. У меня для вас кое-что есть. Подожди, я сначала сохранюсь. Враг совсем рядом? Ну, зашибись. Так, что ты нам дашь? Так, это куда-то нас занесло. Так, он отошел от того места, отошел от того места. Давайте быстренько. Здесь был чертеж. Не издевайтесь надо мной. Засранцы. Забрали. Так, а сюда дверь открыта. Окей. Сюда дверь открыта. Ладно. Что? А, огнемет? Ну, спасибо. Пусто, ладно. Надеюсь, работает. Мы идем на зверя. Звери боятся огня. Надеюсь, вы правы.
Я придумал, как изловить тварь. Вы сейчас поезжайте к Рикардо в технобашню. Я буду руководить из штаба. Ну ты крут. Что у нас здесь? Так, здесь у нас из полезного только терминал. Давайте почитаем. Так. Вообще. Так. Ну, в общем, читайте на паузе. Аудио. Так, забыл утилиту, но там, скорее всего, ничего нет. Но. Так, тут инфу просмотрели. Куда нам предлагают топать? Ага, обратно. Тогда давайте посмотрим, что у нас здесь такое. Ясно, тут они допросы проводили. Ясненько, и тут собрали полезняшку. Тут у нас огнемет. Тут парень. Это что у нас тут? Что-то для нас полезное есть, информация, штучки-дрючки. Нет, похоже. Нет. Окей. Огонек, конечно, круто. Так, на той стороне мы все посмотрели. Давайте друзей навестим. Так, что у нас здесь за инфа? Так, ну чё? Угу. Личная ошибка. Уэйт, это доктор Лингард. Ко мне поступила пациентка с... Я даже не знаю, как это назвать. С каким-то неизвестным паразитом. Я вбила имя в базу. Эта женщина на Севастополе не зарегистрирована. Судя по всему, на станции она недавно. Вы об этом что-то знаете? Я не понимаю, чем занимаются люди Синглера и как такое могло произойти в условиях карантина. Кто знает, что еще они к нам пропустили. Пациентка ждет меня в смотровой. С ней человек, который ее привез. Немедленно приходите. Ну, вот так и все произошло. Пациентка осталась у главврача. А мужчину притащили сюда и заперли здесь. Уэйт, это Рэнсом. Нам надо обсудить то, что случилось в госпитале. Да, ситуация жуткая. Понимаю, почему вы хотите разобраться с ней как можно быстрее и тише. Но я бы не советовал вам принимать поспешных решений. Давайте лучше поймаем существо живьем. Если обтяпаем это дело грамотно, можем озолотиться. У меня есть связи, Уэйтс, я все устрою. В конце концов, вы уже не молоды. Что вы будете делать, когда Севастополь закроют? В общем, подумайте. Мой номер у вас есть. А где наш добрый друг? Куда он утопал? Наша подруга все еще. Что ты там себе в ладонь тыкаешь? Гений. Ну, она еще в плохом состоянии. Ну, парни, это было. Так, давайте сохранимся еще раз. На всякий случай. Это была офигительная серия. Порадовали фанатов. И меня в том числе порадовали. Ну, можно было чуть лучше, конечно, но все равно очень круто. Мне понравилось то, что они нам дали. Мы узнали, ну, в принципе, то, что мы и так знали, в принципе. Несложно было догадаться, как все произошло. Но побывать там лично было прикольно. Ладно, если вам понравилось сегодняшнее видео, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. С вами был Свентовид. Всего хорошего. Пока-пока-пока.